Жители села Петраковское Хасавюртовского района просят содействовать в строительстве асфальтированной дороги перед сельской школой. Дело в том, что маршрут движения большегрузных автомобилей создает неудобства для учеников и местных жителей. В сухую погоду здесь особенно пыльно. Местные жители обратились за помощью в Республиканское отделение Общероссийского народного фронта. Гаджимурад Диудинов расскажет подробнее. Летом на центральной улице села Петраковская стоят столбы пыли, зимой труднопроходимая грязь. Местный аксакал Азлархан Курбаналиев почувствовал все это на себе. Все потому, что основной поток большегрузных автомобилей проходит вдоль забора школы, как говорят местные жители. Особенно в летнее время это вредит здоровью детворы, которая занимается на школьной спортплощадке. Вот школа, когда проезжает здесь машины, вся пыль ложится на спортплощадку. На школу. Это пыль, это, согласитесь, это болезни. Это болезни. Защищайте наших ребят, этих учеников от этой болезни. Пожалуйста, прошу вас асфальтировать эту дорогу. С проблемой асфальтирования пришкольной дороги петраковцы обращались и в местный сельсовет. Однако там говорят, что объект еще не заложен в бюджет. Сейчас только рассматривают документацию. И только после этого асфальтируют центральную улицу. Вот это по дороге асфальтировать или что-то сделать, надо документацию. Мы межевали документацию, отдали межевой отдел. Там сроки. Скоро закончится, потом замглава администрации района. Все это следит, командует за этими вопросами. Чтобы хоть как-то сдвинуть проблему с места, жители села Петраковская еще весной текущего года обратились к активистам регионального общественного народного фронта. Однако тогда решение проблемы было отложено из-за пандемии. Проезжая часть находится рядом со школой, и там играют дети в футбол, занимаются, тренируются, и в летнее время поднимается пыль. Это здоровье детей. К нам обращались, мы уже несколько раз сюда приезжали, обращались в районную администрацию. Есть определенная переписка, есть определенные обещания. Данный вопрос взят на контроль. Чтобы хоть как-то уменьшить воздействие пыли на здоровье учеников, дирекция местной школы планирует посадить здесь порядка 100 деревьев. Есть уже договоренность с районной администрацией, которая предоставит посадочный материал. Они сказали, что будут обеспечены саженцами в полном объеме, только назовите количество, но я где-то 100 саженцев попросил у них. И буквально на прошлой неделе провели педагогический совет, и на этом совете мы обсуждали и субботник. Ну, где-то на следующей неделе выберем день хорошей погоды. Как говорят чиновники, асфальт в Петраковском проложат в лучшем случае в следующем году. А вот совместную акцию по посадке саженцев на территории Петраковской школы планируют провести уже на следующей неделе. В субботнике примут участие местные ученики, учителя и представители регионального отделения ОНФ. Гаджимурад Зиаудинов, Руслан Салихов, Рамазан Амаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей. Хасавюртовский район.